Вот, приехали в центр Нагорки. Доминика, подожди! Стой! Вон тут горки такие. Катаются на рулах, скейтах. Доминика, иди сюда. Ты побежишь на горке? Ты с ней поедешь? Давай, залезай. А куда ты теперь, в другую сторону пойдешь? А ты на другую горку? Подожди меня. Это же большая площадка такая. Все, убежала. Сейчас появится голова, а потом Доминика. На другую теперь? Подожди, я тебя сниму на камеру. Давай, едь. Давай, скатывайся. Собака-то впервые приехала. Да? Да. Угу. Что-то ты как-то медленно. Я бы смотрела, она сверху. Откуда теперь полезешь? Да. Да, я подойду туда. Сможешь? Ты сможешь залезть? Давай я ручку, это самое, собака-то. А вот здесь кубы нет. Чего тебе дать? Собачку-то. На. Давай. Куда поедете теперь? О, съехала. Когда живую собачку купим, ты тоже ее так будешь с горки пускать? Нет, майку я буду держать на ручках. На ручках будешь держать? Да. Все, собака, поедешь на горке. У тебя скользкие. У тебя скользкие. Тебе надо держаться за канат и ножками идти. И держись руками за канат и иди.
Давай дальше, дальше руки. Тебе надо все время за канат держаться. Одной рукой, другой рукой. Вот так. Ты застряла, все. Тебя не выпустят. Ну вытащи ногу оттуда. Ползи, ползи. Давай сама выпутывайся. Передохни, поспи немножко. Почти. У тебя руки уже красные. Тебе надо в перчатки. В следующий раз оденем перчатки, в перчатках точно залезешь. Ты не останавливаешься ни перед чем. Давай покажем зрителям. Покажи, какие у тебя руки. Вот что делает канат с руками ребенка. Такая огромная площадка. Вон Доминика. Давай только не шлепнись. Давай, ты упадешь, больно упадешь носом. Не надо прыгать отсюда. Едет с другой горки.